39-летний мужчина свою вину признал и сообщил, что часть похищенного уже реализовал на одном из городских рынков. В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейскими проверяется причастность подозреваемого к другим похожим преступлениям, совершенным на территории города. Расследование уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 152 Уголовного кодекса Российской Федерации, продолжается.